Петр и Павел день на час убавят. Так на Руси издавна говорили об этом празднике. Первоверховных апостолов вспоминают как людей, последовавших за Христом, а после Вознесения Господня проповедовавших христианство на огромной территории. Наделенные Сыном Божиим чудесными целительными дарами, они могли разговаривать на всех известных языках, исцелять людей и изгонять бесов. Проповедуйте и им детям, исцелите недуги, изгоняйте бесы, и наречись именем имя Петра. Они абсолютно разные люди, но оказались едины в своей жизненной цели. Петр – простой малограмотный рыбак, Павел – гражданин Рима, ревнивый гонитель христиан. Такими были апостолы до встречи с Иисусом Христом. То, что произошло дальше, всем известно. Но в очередной раз, вспоминая историю земной жизни первоверховных апостолов Петра и Павла, задумываешься, а кто мы на самом деле? Иисус с помощью своей силы Божьей смог не только поселить веру в сердца этих людей, но и сделать их своими первыми апостолами. Их казнили в один день, и оба они смиренно отдали свои жизни за Христа. Павла вели за город, а Петра вели в город, в цирк, где его должны были казнить, что они даже пересеклись. В Риме даже есть на этом месте церковь есть. Кто бывал в Риме, наверное, ездил туда. Сейчас мы с помощью Божией только сеем в душах своих то самое горчичное зерно веры, а главное, находимся на пути к покаянному камню. Такую мысль нес владыка Филарет, рассказывая прихожанам о земной жизни Петра и Павла. Она как пророчество истории всего христианства, когда маловерие и предательство чудесным образом перерастают в непостижимую любовь к нашему небесному Создателю и Его Сыну. Мы сейчас вспоминаем двух таких великих тружеников. Действительно, это труженики, строители церковные, трудились Духом Святым для того, чтобы церковь наша пребывала, чтобы мы с вами могли, свою собираться и славословить Господа нашего, Иисуса Христа, воспоминать Его святое пришествие, святое воскресение. Проповедь владыки была как никогда долгой, но отнюдь не скучной. В ней архипастор не только рассказал историю этих двух учеников Христовых, но и дал своей пастве пищу для размышления. А чем мы сейчас в своей духовной жизни отличаемся от них, живших почти 2000 лет назад? Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Улправда ТВ.